Вековой юбилей отметила жительница Уджигуты Халимат Гербекова. Труженица тыла всю жизнь работала на различных предприятиях бухгалтером. Пережила тяготы депортации. Сегодня она в заботливом окружении детей, внуков и правнуков. Поздравить именинницу со столетием пришли представители администрации города и наша съемочная группа. Подробности Мурата Джанкезова. Халимат Уразбиевна, с днем рождения вас! С замечательным праздником вас поздравляет президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Рашид Борисбиевич Темрезов, глава республики, и глава нашего района Мурат Алибиевич Лайпанов. Поздравляем вас, где там подарки. Огромные букеты цветов, телевизор, пылесос. Подарков в этот день много, но главный подарок – это родные и близкие, которые бережно и с трепетом относятся к юбиляру. Халимат Уразбиевна – 10-й ребенок в культурной образованной семье. К примеру, ее брат Бастанов Хасан – член Союза писателей СССР. Другой брат работал в облсполкоме, сестра – директор винзавода «Карачаевский», еще один брат проработал директором школы в Уджигуте. Сама именинница всю сознательную жизнь проработала главным бухгалтером на различных предприятиях. 100 лет, говорю, это не так уж и много. Чтобы вы еще прожили столько же, и вас окружали ваши любимые дети и внуки. Я думаю, что у вас замечательные дети, которые ежедневно молят Всевышнего о вашем долголетии. Супруг Халимат Гербековой – ветеран войны, участник обороны блокадного Ленинграда. К сожалению, его уже нет с нами. У них родились сын и 3 дочерей. А еще в ее жизненном арсенале 7 внуков, все с высшим образованием, и 5 правнуков. Они только начинают постигать азы жизни. Для них всех и сегодня незыблемы приоритеты, когда-то расставленные мудрой бабушкой Халимат. Она учила нас, что обязательно образование, чтобы было у всех. Потом, чтобы ни в коем случае зло, даже отец и она нас учили. Если можете, никому зла не этот самый. Не делайте. Будьте внимательными, потому что, говорят, мы выросли в такой семье, у нас все были честные, добрые, любимые. Ой, она мне очень такой родной человечек, добрая, внимательная очень. Ну, очень, очень внимательная, очень такая добрая женщина. Халимат Уразбиевна имеет государственные награды, как работник тыла и многочисленные юбилейные медали. Тихая, скромная и доброжелательная именинница поблагодарила за оказанное ей внимание. Спасибо за ваш труд. Живите долго. Мурат Джанкезов, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия.